Четыре команды химкинских старшеклассников приняли участие в городском этапе интерактивной игры «Что, где, когда». Интеллектуальное соревнование началось ровно в 11 утра. Обусловлено это тем, что химчане попутно еще играют в очередном этапе открытого всероссийского синхронного чемпионата «Что, где, когда», где одномоментно участвуют десятки команд по всей стране. За столами собрались уже лучшие из лучших, ведь сама игра стартовала еще в начале осени. У нас есть в химках центр профессионального развития, который нам рассылает интересные конкурсы, которые организуются, и по желанию, если сформировалась команда, школа выставляет своих игроков на этот конкурс. Ну, конкретно в нашей школе есть классы с углубленным изучением физики и математики, они первые берутся за дело, но состав команды, он может варьироваться и быть сборной из разных классов и даже разных параллелей. Здесь возраст не ограничен. Школьникам было предложено ответить на 24 вопроса, на каждый отводилось, как и в оригинальной игре, по одной минуте. Правда, свои ответы ребята пишут на бумаге и отдают ведущему. Только в конце игры становится ясно, какая команда ответила на большее количество вопросов. Все вопросы довольно-таки интересные, особенно те, которые посложнее. Больше всего люблю исторические темы, ну, вопросы на тему биологии. Ну, из 12 вопросов мы ответили только на 5. На самом деле есть очень простые вопросы, а есть достаточно сложные. Но один из самых простых вопросов у нас был вопрос про Марс. Все ребята тут же ответили правильно, и даже не было споров и рассуждений. А вопрос как звучал про Марс? Что один блогер говорил об одном месте, где живут сейчас только роботы, и все тоже ответили, что это Марс. Команды умников и умниц ожидает еще один этап в Химках, а уже затем лучшая из них поедет на финал «Что, где, когда» среди 49 команд Подмосковья. Пока у нас лидирует команда под названием «Саммит небольшой двадцатки» из школы номер 20. Немного отстают от них ребята из 14-го лицея.